Всем привет! Значит, в этом видео я хочу, наверное, сделать такое просто маленькое описание, показать ящик пластиковый для патронов. Ну, конечно, в нем можно вложить и все, что вам будет угодно, но позиционируется он как ящик для патронов. То есть это вот такой вот ящик, значит, пластиковый зеленого цвета. Собственно, описаний в интернете много, на разных сайтах, форумах и так далее. То есть, ну вот я решил записать просто маленький ролик. Вот кому-то, может быть, ролик будет просто интереснее, чем текстовое описание на сайте. Так, значит, прежде всего, ящичек, он рассчитан на 4 пачки гладкоствольных патронов 12 калибра. То есть, вот если мы возьмем ящик, откроем, вот у нас 4 пачки. Вот. Раз, два, три, четыре. Ну, соответственно, еще немножко здесь остается места. Ну, позиционируется он вот как на 4 пачки. То есть это что касаемо, если в пачках. Ну, соответственно, закрывается. Можно вешать замочек. Я не знаю, если кому надо. Ну, ручка убирается. Ящик довольно прочный. То есть можно на него положить тяжелые вещи, там где-то складывать в багажник. То есть, я думаю, не сломается, не прогнется. Вот, ну, на мой взгляд, нормальный такой добротный ящичек. Не сказать, что там может быть какой-то он там особенный, крутой, но нормальный, в общем, ящик. Удобно. То есть я, собственно, себе ящик такой взял. Почему? Потому что патроны обычно то в рюкзаке, то в сумке, то в пачке, то в пакет, то порвется пакет, то еще что-то неудобно. Поэтому вот решил тоже обзавестись ящиком, ну, не знаю. Мне нравится, вот удобно. Вот, если касаемо, значит, патронов без пачек, вот, например, я снаряжаю патроны сам, поэтому в пачках они у меня практически не бывают, то сейчас мы проведем такой эксперимент. Просто возьмем снаряженные патроны и, соответственно, наложим. Как, в принципе, я и делаю, потому что мне в пачках необходимости нет. Так, ну вот, собственно, я наложил, как, так, можно сказать, как попало. Так, давайте посмотрим, закрывается он или нет. Так, замочек. Да, вот он закрылся. Ну, собственно, вот. Вот обычно в таком виде, то есть я сложил, взял ручку. Вот, удобно. Можно, так сказать, нести. Там, не знаю, на охоту приехал, там, можно поставить водку. Открыл. Ну, пожалуйста, можно брать. Можно наложить в карманы, в патронтаж, кому как удобно. Ну, не знаю, вот на мой взгляд, реально удобно. Вот, также в ящике имеется резиночка вот здесь по краю. Вот она идет по периметру, вот в этом буртике. Для герметизации, то есть позиционируется как влагозащищенный. Насчет водонепроницаемости я, конечно, не знаю. Ну, вот она, резиночка, вот ее видно. Вот. Видите, я ее достал. Вот. Ну, соответственно, влага, наверное, точно не попадет. Ну, там дождь, не дождь, где-то что-то в водке. То есть, ну, можно не только патроны в этот ящик складывать, можно что угодно. Вот, ну, мне лично нравится, что вот, вот так вот просто насыпал, закрыл. Вот. Надо один ящик, один, надо два, значит, два. А чуть позже сниму, значит, еще один такой маленький. Ну, не знаю, не то, что обзор, но обзор, описание там, не суть важно. По другому ящику чуть большего размера. Вот, теперь хочу еще что сделать. Это, значит, посмотреть, вот, сколько у нас в итоге сюда уместилось патронов без пачки. То есть, вот так вот, навскидку просто я взял. То есть, давайте посмотрим. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Вот, значит, 55 штук. Ну, то есть, получается, без пачек у нас вот 55. Я брал по 2 патрона, соответственно, 110. То есть, вот 110 штук. Значит, вот, только что я опытным путем насыпал, вот, скажем так, навскидку. И, соответственно, у меня получилось 110 штук вот патронов 12 калибра. Вот, входит в данный ящик. То есть, также можно, я говорю, помимо патронов складывать любые вещи, не знаю, какие-то снаряжения, все что угодно. Ну, в принципе, вот такой вот ящик. Пластик довольно качественный, крепкий. То есть, не знаю, может быть, не самый лучший, но и не самый худший. Производитель здесь вот, я не знаю, видно или нет. Наверное, не видно, да? То есть, Made in USA. То есть не китайский, а американский. Вот. Ну, собственно, вот такой вот ящик. Вот. Габаритные размеры. Я, наверное, сейчас вот мерить не буду. Смысла нет. В интернете их полно. Ну, в описании могу указать. Вот. Ну, собственно, вот такой вот ящичек. Вот. Так что, собственно, наверное, на этом все. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Всем пока.